Коллеги, уважаемые партнеры, хотел от лица здесь всех присутствующих поблагодарить Николая Николаевича за проведение данного мероприятия. Вот. Потому что сегодня вы увидели многое, я думаю, каждый из вас почерпнул из сорта картофеля разных производителей. Вы увидели озимую пшеницу, вы видели, как идет уборка лука, идет уборка картофеля. Вот. Но я думаю, что каждый из вас, наверное, когда ехал в автобусе, ходил по полю, отметил следующее, что поля все чистенькие. Пшеница, если это пшеница, она еще стоит зеленая. У нее в каждом колоске по 3 зернышка заложено. Картофель абсолютно темно-зеленый оттенок, чистенький. Нет ни вредителей, нет ни болезней, нет сорняков. Вот, собственно, о чем я хотел сказать. Мы выступаем как бы основным поставщиком СЗР для Николая Николаевича. Но мы не продаем в канистрах СЗР, там пестициды, гербициды. Мы транслируем хозяйство именно технологии. Технологию по защите той или иной культуры. Вот, я говорю, если можете посмотреть даже на это, вот кукуруза рядышком, вот картофель рядышком, то есть все в идеальном состоянии, нет ни сорняков, нет ни болезней, нет вредителей. То есть это идеально подобранная технология, индивидуально для этого хозяйства, специалистами, ну, мной и нашей компании, компании «Росагросервис». Мы работаем с ведущими передовыми хозяйствами Ростовской области, вот, и подход каждому индивидуальный, но мы не продаем СЗР, мы транслируем технологию защиты растений для наших партнеров. Спасибо.